Ну а для любителей в России ДСНС темы посоветовал канал Илон 1 Илон Ван. Этот парень, как и я, снимает обзор на продукцию Mattel, обзор на журнал Тачки, также делает досье на героев из франшизы Тачек, ну и снимает летсплеи по другим играм. Кстати, у этого парня не только в интересах франшиза Тачек, но и другие проекты ДСНС, например, проект Диснея и самолеты, ну и вселенная на виде, ну и куда же без вселенной видеоигр, ну и самых фильмов, истории игрушек и другие проекты Диснея. Также у парня есть фиты с другими видеоблогерами, например, недавно вышел фит с видеоблогером Санчем, ну и не только. Только, в принципе, канал интересный. Сейчас у парня 2000, сейчас вы число подписчиков его видите на своем экране. Но я уверен, что в дальнейшем будущем он наберет свои законы 1 000 000 подписчиков. Да, к сожалению, мы не сразу рождаемся, чтобы идеально снимать и идеально монтировать. Но всему приходит с временем. Не каждый блогер начинает потихоньку и набирать свою аудиторию, а впоследствии этот видеоблогер блогер выдает. Блогер получает свои миллионы. Я надеюсь, что он все-таки свою тематику не забросит и будет работать над своим каналом. Кстати, на неделю у него вышел топ-10 блогеров по тачкам, часть 2. Где? Да-да, я засветился. Я хочу лишь показать отрывок данного видеоролика, как целый видеоролик, к сожалению, из-за правил на YouTube нельзя показывать. Давайте послушаем и посмотрим, на каком же я месте. Место. Витязь от винта. На данный момент времени наш герой имеет два канала. Этот и канал Диджей Сидори. Они оба... Не забываем, и хочу сказать, что на мой и на канал Ильи, и на второй мой канал не забываем подписываться. Зарегистрированы на Ютубе почти в тот же месяц. Только если Диджей Сидори появился 3 декабря 2018 года, то канал Витязь от винта 9 декабря того же года в честь своей даты рождения. Но большую часть времени парень занимается основным каналом, про который сейчас идет речь. Вообще до этого, как он нам рассказывал, его каналы существовали в 2016-17 годах и имели название Эхо Про, который он позже переименовал Фикси Про, где он рассказывал про железную дорогу, поезда и про российское метро. Однако этот канал, как мы поняли, не сохранился. Большую часть времени его современного контента составляет Майнкрафт, как и ранее было изучение российского метро. Но еще и появились такие темы, как хорроры и немного сталкерской темы по типу заброшек и военного приспособления. Так все продолжалось до тех пор, пока он не познакомился со мной и не приспособился к тематике тачек и самолетов. В ближайшем будущем он планирует развивать свой канал, а именно покупать различные автомобили под брендами Технопарк и Hot Wheels, Valley и Автограунд, выпускать различные сериалы, прокачивать концепцию роликов, так как он в основном делает на мобильных программах монтажа все ролики, покупает различные игрушечных коллекционных животных, и так как у него проблемы с дикцией, из-за чего поди ему неудобно говорить на камеру. Ну, да, Илья, в принципе, прав, у меня в реальности проблема с дикцией, но, как сказать, нечего от меня отпираться, все он верно сказал. То и тут чел, возможно, преуспеет. Тот контент, который мы описали чуть выше и ранее, он также не забросит, а будет разбавлять контент по тачкам теми тематиками, что ему также интересно на данный момент. Сейчас у него имеется 142 подписчика, и это серьезная заявка. 142, ты сказал, Илья, а ты на экране выскриншот, где было 143 подписчиков. Ну ладно, бывает На со то, всеми. что канал уже не является совсем крошечным в плане аудитории. Лично от меня советую ему работать начать поскорее уже на компьютере, так как на данный момент времени, по моему мнению, немного страдает качество его контента. Надеюсь, что в ближайшем будущем это все будет поправимо. Спасибо, Илья, конечно, за совет. Я услышу, конечно, стоит и начну в дальнейшем прийти к работе на компьютере. Еще хочу напомнить, что Илья был прав, что все слова были верны. И хочу еще раз напомнить, что каждый из нас на YouTube начинал с карьеру 100 подписчиков, а потом потихоньку развивал свой контент, и в итоге перерастал в 1 000 000 и в 1000 подписчиков.
Спасибо большое, Илья, что упомянул меня в топе. С вами был Витязь от Винта. Спасибо за то, что подписаны на мой канал. Подписывайтесь на наши оба канала. Ссылку на канал видео и на данное видео я оставлю в описании. Всем удачи и от Винта.